Готовы? Вы готовы все? Ебаш, блядь. 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Я говорю, сорвали. Да это невозможно такой ровный круг построить, это по-любому я на сворводе там зашел и просто прикиньте, вы такую, вот представьте сферу, вы строите, строите с динамита, а потом случайно ее взрываете, пизда все. Чик приедет. Турка, напиши это Васику. Почему еще никто не крикнул на РНЕ? Хлопаем в ладоши. Ура! Взрыв не был. Всем спасибо, кто играл на самом лучшем сезоне за всю жизнь, на самом долгом сезоне. Самый крутой сезон в моей жизни, как и всегда. Очень круто было. Слишком много воспоминаний. И, собственно, сейчас ставится точка в одной из глав моей жизни, потому что СП — это моя жизнь, блядь. Собственно, на этом да. Получается, что так. Охуеть. Я не знаю, какое я ощущение сейчас испытываю. Не могу его описать. Но считай, все. Ну, это самый охуенный и самый длинный сезон. Огромнейший. И миллион знакомств, блядь. И миллион всяких ивентусов. Здесь было как будто все. Я реально как будто жизнь прожил. Знаете, как будто старик прожил жизнь. Ну, типа, умирает, уходит из жизни с чувством какой-то, блядь, завершенности. Ну, вот прям, типа, да. Я сделал в жизни, я видел в жизни, блядь, все, что возможно было видеть. Я здесь. Это очень круто. Очень классно. Вся крутые, каждый игрок. Я вот как говорил вот на выступлении. Даже самый конченый урод и лох, и грифер, и взрыватель... Он делал историю этого сезона. Историю, по которой, ну, реально чисто должны книги писать. Невероятно. Прощай, СП-4, получается. Я не хотел делать какой-то общий конец, как на прошлом сезоне, потому что здесь все настолько разные, все должны были закончить свои сюжеты и положить свои книги. Ебать, как будто реально жизнь прожил. Я вот сейчас думаю, я реально как будто прожил отдельную жизнь. Вообще отдельно. И как будто стримов в ней не существовало. Существовала вот эта жизнь там. Я вот когда... Я заметил за собой то, что когда я вот был на ивентах Жопера, я не пытался актерски там играть, не пытался преподать, что я Жопер. Я погружался в этого Жопера. Это реально жизнь, блядь. Я и, блядь, из-за президента я тоже, я не думал то, что типа, о, да ебать, это игра. Не думал, что это игра, блядь. Для меня это прям жизнь была, я охуел. Файб сегодня, пацаны. Настало время. Офигенный был сезон. Реально, со всем дерьмом даже, которое там происходило. Сука, и, ну... Со следующего сезона я, наверное, должен нанимать, блядь, сценаристов и платить сценаристам, чтобы они, ну, летописи писали книгу. Или что-то вроде того. Но это реально... Ну все, конец эпохи. Но, по сути, конец предыдущего и этот сезон, он мне дал
такое количество подписочников там на Фуги ТВ, сколько ебать нарезок было выпущено, сколько историй, которые мы никогда не узнаем, потому что они происходили вообще в других городах. Эти истории просто люди будут друг другу рассказывать, то, что они это делали на сервере в Майнкрафте. Ну вот сейчас время выкладывать всякие грустные видосы про то, что было на SP4. Ебать. Ахуембус. Капуцк. Очень круто. У меня, знаете, как будто воспоминания, они бурлят, они как вспышки, блядь. Вот есть воспоминание, оно вспыхнуло, но сразу вспыхивает другое, и я не могу сконцентрироваться сейчас на мысли. Я тут реально прожил жизнь. Давайте я позвоню мистеру Ганаке. Что-то дозвон не идет. ТПР. Алло, мистер Ганаке. Алло. Здравствуйте, мистер Ганака. Здравствуйте. Ну, получается, поздравляю, мистер Ганака. Блин, поздравляю вас тоже. Я вас поздравляю, мистер Ганака. Блин, столько всего, блин, было. Да, мистер Ганака, да. Ну, самое лучшее впереди, блин. Ну, надеюсь, что да. Такой был крутой сезон. Да, очень много было. Это, да, долго. Ну я вас поздравляю тогда. Да. Ну я вас тоже поздравляю. Желаю вас успехов. До свидания. До свидания. Ай, до свидания. До свидания. Да, ну блядь, это реально, это... Бля, я не могу это ни сезоном, ни игрой назвать. У меня слов не находится. Это как будто реальная история японская. Ну, с 2018 года я охуел. Сколько всякой хуйни происходило. И хорошей, и плохой. Так, так круто. Межсезонье завтра. Спасибо. Спасибо тебе и всем игрокам. Я хоть и поблагодарил, но все равно. Мы SP5 не будет как SP4. Но он будет по-своему прекрасен. Время идет. И мы будем делать новую историю. Мы это СП. Получается, чё, пацаны? Всем пока. Всё, всем пока, ребят.